Летел справа на дом, приземлился слева. Я в соседний дом. Проверяю, у чувака пулемет сейчас будет. На пестик. А, они без пушек. Да ты стреляешь? Да. Чувак просто не умирает. Голый чувак бегает. Он не умирает. Один за этой. Чё, тебя не рубанул? Зачем? Один где-то здесь. В доме. Он не убежал? А, не, он убежал, он бандрабаш что-то взял. Бульда. Я кинул. А. Да слезь ты с него. Цепился. Ребят, просто. Я вот думаю, надо, наверное, в пузо прыгать. В пузо? Боже, как я его ненавижу, этот мотоцикл. Просто я все, кроме ВАЗика, ненавижу. Просто там не было тоже. Это суицид. Все, просто по полю едем. Нет, это сейчас что-то ставить. Будет. Просто так не бывает. Блин, как же его трепет? Я вот еду, просто слепит в разные стороны. Самолет сзади летит. А, ну там гоняют. Там сразу пролетает туда. Смотри на самолет, короче. Они уснули в засаде? Походу. Бля, остановись за ним. Сейчас же попадет, блядь. Почти за ним. Ну да. Тебе надо энергетики? Не, ну есть. Все есть. А, у нас сюда не стреляет. А, вон у нас. Я вообще ничего не вижу, у меня там все сливается. Слева стреляют. Да, они там бегают, они за этим. А чувак вообще в поле стоит. Да. А эти чуваки его не видят. Нахуя. Я вижу его. Попал два раза. Явно у чуваков есть прицел. Явно у чувак. Ну что, им все равно ехать. Поехали за дропом на СЕ? Чё тут сидеть? Мне не нравится. Выпрыгивай, поехали. Нахер она, имею. Не вижу тут перспектив. Где твое место, блядь? Ну какие же они метки, а я еще один броник. Нормально, мне броник поломали. В кармане броник поломали. Чем быстро? А вы этот дебил спрашивает, что ли, стрелять? Да, чем быстро, да. И тут толпа чуваков, наверное. Психопаты кончены, он по полю бежит. Всем насрать, абсолютно. Черной ипотой не видно ничего. Сейчас похилю что-нибудь. Запасной ВАЗик. С крышей. Конец. Можно жопу танковать. Я хоть могу сидеть нормально, на нормальном месте. Вот он, нахерач. Бля, в
подохли бы, я убил бы на самом деле. Все ровно кататься. Не залазить тут сюда. Да что такое? АПК. Подожди, я правее хочу. Ну, можно их убивать. Они меня стреляют. Убил. Надо теперь тех убить, кто в него, кто в них стрелял. Я ничего не вижу, а вон впереди челик. На 330 справа от этого. От самолета был. Там просто канава еще такая. Да. А вон слева нокнутый лазит. Я думаю, это какая-то. Сосал. Не вижу этого права. А вон лёг. Убил. Короче, пойду я за прицелом себя, да? Чувак слева на 332 чела. Стало. Убил одного. Хорошо, сейчас еще найду. Еще что-то справа было. А, нашел. Там еще стрелял кто-то справа. Там одного я убил, еще один остался справа. А слева, я не знаю, еще, наверное, слева один. Да, там еще один был. Один слева, один справа, походу. Он лучше с короной. Так, что, мы, в принципе, в центре зоны. Прицел кулиматор. Такое. Х4, я тебя тоже взял. И что делать? Никто не вылазит. Все сидят. Слева, наверное, чел в канаве за заборчиком. А справа за самолетом где-то. И все. Да, надо как-то что ли уезжать отсюда. А вон вижу чела самолет. Справа видишь, а вон бежит. Убил голову. Я тоже в него что-то разок попал, походу. А слева что, в него не стрелял чубрик? Нет. Или может уже все? Сейчас за машиной схожу, проверю. Там сундуков до хера лежит. Чё. Это было поинтереснее, чем на мосту сидеть. Машина твоя поломатая? Да, колес нет. Ну ты взял А4, ты будешь брать нечего. Телепортируюсь. Что там есть? Нет, Карли же выкинул кто-то. Я могу, в принципе, проверить его. Это челик. А? И предмет активности. Я туда сейчас домовушку кину, чтобы залутать чего-то. Я на машине проеду, сейчас за забор гляну. Давай. Может за холмом тут? Да, ничего не видно. Но может быть. Хз. Надо кустом подчекать. Ты так чекаешь? Ну да. Нашел, короче, прицел X8 на кары и всякие обвесики тут на. Тоже обвес для хера. На автомат. А, патроны на АК, на АВМ. А вот и АВМ. Здравствуйте. Толком с него даже не пострелял. Третий броник разломан. Второй шлем покоцан. Еще прицел, глушак на снайперку еще есть. На снайперку, ОВСС.
Лол. Их 4 здесь. Некс 8. Блять, у меня аптечек пиздец. Иди возьми хоть чуть аптечек. У меня 9 аптечек, а здесь 4 скина. У меня что-то ничего не влазит. Понятно почему. Я, блядь, набрал чуть всего. А чё мне так много места занимает? Все. По чуть-чуть. Шо взять? У меня что-то ничего не влазит. Тебе на снайперку лучак надо? Не, у меня вылез. А там не ну было. На, возьми, у меня места нет. У меня один уже на пушке. А один на аптечку перед бугром. Взял 3 штучки. О, шлем фугал. Классно. Чего у меня много, одни поймут. 5 аптечек, 5 бинтов, 4 энергетика, 4 энергетика, 9 энергетиков, 20 гранат. Я пробегусь пока в зону. Я не пойму, что. Все заряжено. Ладно. В принципе, хорошая позиция. Можно, кстати, вот тут прям в угол где-то и находиться. Хорошо, да. Только же право-то оно простреливается. Ну, право, че ты хочешь попробовать? Ну, еще и зоны, блядь. Да, может слева куда-то пойти. Ну, что там есть? Я не знаю. А чё тут стоять? На дабл... Можно под эти камни на 195 и левый... Можно туда. Поехали туда. А, блядь, а я... Разникалась. Как-то лазик как поставить так. Нормально, в принципе. Там из-под забора могут нас напрячь. Под забор, ну, 10 человек осталось. Тут нижний чек. Нет. Мне кажется, они в домах, блядь, сидят. Тут нет нихера. Тут осталось что-то мало людей. Да. Ага, репу кает, походу. Уже 8 осталось. А, справа под забором бежит чувак, Энгл. Вижу. Под холмиком. А он еще один, это второй уже. Это уже второй чурик, чулик. Их там 2 под забором. Где-то они не тусовались все это время там. Еще не участвовали в перестрелке. Мы там полгода стрелялись и... Ну да. Мы же не все это время бежали, типа, в зону не успеваю. Зона на бугре, да? Класс. Что, они в зону пойдут? Еще, наверное, не пойдут. На машину спрятать, короче. Это они сейчас ее пробьют. Думаю, вперед куда-то проедем, потом под бугор, что ли, я хер знает. Да, я под кар не отказался. Я там выкинул кар. Да. Да, чувак ползет 300 на бугре.
А их два там бегает. За деревом 300-285 посередине. За деревом там тусуются. На бугре там, короче. Попал в ногу. Чуть-чуть выше. Просто еще попал. Где? На дерево, Миш. Еще попал. А, вон вижу. Нокнул. Надо ехать. Убил двоих. О, тут два чувака. Да пофиг. Не, я просто считаю, нас двое, еще один где-то должен быть. Сейчас приедем сюда. И справа ну, двоих будем встречать. Я даже не вижу. А вон бегут по дороге. Один стреляется. Ну там втором он усвал, вообще не слабо. Они оба за одним деревом? Или шо? Один точно за дверью. Второй не знаю. Еще пойти посмотреть где-то второй чувак. Второй чувак может быть где угодно. Он вообще хотел в дом вроде бы. Я имею в виду третий. А, отдельный который. Стреляют. Нокнул дальнего. За дальним деревом, сейчас за ближним будет вылазить. Зона 10 секунд. Я ему тут минное поле устроил. А, я вижу. Три гранаты в разные стороны кинул. Где-то еще один челик. Че, он вообще молчит, кстати. У меня есть подозрение, что он на 300. Потому что справа. Да, я туда смотрю, кстати. И мне тоже что-то кажется, что вообще справа. Я слева тут убегал сильно, но высоко. Вряд ли он что, либо не стрелял. Но я, по идее, если увижу, я его убью, потому что у меня лов М. Компенсатор. Я уже отхилился. У меня броня там по единичке. Можно, он в зоне, походу. Можно зараж. Кто увидит первый тут. Да. Двоих он не убьет. Это вообще на войне. Такое.
У меня как это, миноискатель короче, сработал. Я начал в него стрелять, я в него много сразу попал, и потом прицел прям вверх, фу, улетел. У меня миноискатель сработал.